Всем доброго, прекраснейшего утра. Мое утро сегодня начнется вот так вот. С велосипеда я отвел Польку в сад и решил дать на море немножечко маршрут. Рассвет, конечно, уже не успел. На улице показывает 2 градуса примерно. Ну так, когда есть, особо не холодно. Вот перчатками не рассчитал, надо закрытые руки. Пальцы мерзнут, а так тепло. Едешь, класс. Солнце в глаза. Какие виды, прям Palm Beach, все дела, красота, да? О, вот это утречко доброе. Ох ты, какая красота, боже мой. Хотел по дорожке прокатиться на велосипеде. Не, сейчас прям здесь брошу велик и пойду туда к морю просто. Вообще такой кайф. Вот так вот должно начинаться каждое утро, когда живешь рядом с морем. Слушайте, а солнышко греет очень хорошо, прям ощущается тепло от него. Вот и все, сейчас я засяду. Хоть сиди целый день, можно и работать, день в кафешку пристроиться. Давайте, заряд вам морских эмоций. Как всегда, пенных. От этих вот. О, какая красота. Давайте микрофон выключу, а то у меня он здесь на груди спрятан. И за кофтой могло не слышно быть море. Так вот прям полный звук, полная передача эмоций. Ой, ну какое блаженство. Прям солнце, знаете, руки замерзнут. И солнце прям отогревает руки. Вообще прям кайф. На небе, ну блин. Сказка. Вот такой не Алты у нас, есть пляж. Районы все. Ой, не красота. Так, сейчас немного полетал с дрона. Смотрите, как должно на самом деле начинаться здесь утро. Вот так вот, видите, там водоплавающий. Раз. Вон там два. Такой заплыв, знаете, вообще легкий, как будто сейчас жара, лето. Море градусов 18. Я даже не захожу туда мерить. Потому что что-то как-то прохладненько. Боюсь разболеться, как всегда, у меня это стандартно. Так бы, блин, прям вообще класс. Холодно, конечно. Но кому-то вообще класс. Знаете, здесь с утра на набережной реально есть утренняя жизнь. Вот я с утра приехал. Кто-то ходит пешком, кто-то на велике катается. Вот команда спортсменов, они тут растяжечку делают, прям на этих поручнях так все команды стоят. Слушайте, прикольно. Вот знаете, прям есть атмосфера, видно, что прям люди приходят. Знаете, кто-то просто погуляет, кто-то в шапочках, кто-то по спорту. Это просто на заряд позитива. То есть здесь реально вот своя жизнь, я так вот первый раз вижу. То есть сколько я был на набережной здесь. Ну, не думал, что есть прям утренняя жизнь. Кто-то вот с металлоискателями за золотишком пришел. Ну, здорово, атмосфера суперская.
Так, ну что, меня постригли. Вроде бы неплохо. Мне нравится. И еще из носа такие этими палочками. Волосы подергали. 550 рублей, да, где-то получилось. 100 лир я отдал. Поэтому стрижка, наверное, чуть поменьше была бы без этих палочек. Вот как вам? Нормально? Ну, погодка вообще классная. Солнышко прям. Тепло, хоть на пляж. Езжай. Загорать. Но я еду домой, потому что мне еще нужно работать. Много дел. Так, в общем, я уже съездил домой, поработал. Сейчас нашел здесь пекарню такую. Здесь много всякой выпечки. Торты разные. Турецкие сладости. И вот всякие штучки с сыром, с мясом, с картошкой. Турецкий пиши есть. Вот, да, very good. Еще пиши турецкий. Это, да, очень вкусный турецкий пиши. Каштаны. Каштаны? Каштаны. А. И смотрите, хлеб прям выпекают такой свежий. Мне рассказывали про эту пекарню, вот я ее нашел. Я вообще заехал в какой-нибудь дыру захватить, типа шурмичками, сайранчики есть. В общем, наберу сейчас целую кучу всего. Блин, как все аппетитно. Я работал, даже пообедать не успел, вообще такая вкусняя. Ну, как в отеле все. Может быть, даже вкуснее. Там вот уже делает фоточку. Потому что смотрит наш YouTube-канал. Ну, так что подписались, спросили. Это у нас райончик Сарысу, если что. Смотрите, и пельмешки даже есть домашние. Но пельмени, говорят, в Турции не такие, как в России. Но все равно я потом возьму, попробую. Целый пакетище я набрал. Всего 85 лир. Ну, это что-то там 400 с чем-то рублей. Вот кафешка называется. Асима Ирин Кафету. Ну, не знаю, кто будет здесь, нет. Ну, так просто разнообразие. Коль, как тебе там удобно? Так вот мы с полюсиком из садика потихонечку едем, не спеша, по тротуару. Так вот, вкусности на руле. Колька сзади. Коль, тебе понравилось в садике? Весело у вас там? А? Весело? Что вы там делали? Играли. Играли, а еще что? Снеговиков, а, да, только сделал снеговика. Горит вот на палочке. На, держи. Какую классную подделку вы сделали, а, наши. Это даже написано «Палина». Палина. Ладно, поехали дальше. А речушка у нас тут протекает. Ребята, доброе раннее. Зимнее, морозное утро. Мы уже вернулись в Россию. Я, вам видно вообще, нет? Это летит снег. В Анталии 20 лет не было снега. Это что значит, приехали русские в Турцию и привезли с собой снег. Русские с собой все возят, да? Вот когда иногда рыбку, да, видите, так на пляже едят воблу. На весь пляжик так ароматами растет. И вот теперь русские со снегом прилетели. Во-во-во, прямо сейчас усиливается, смотрите, какие хлопья большие полетели. Ох, сейчас все завалит, с горок кататься будем. Но снежная радость длилась недолго. Мне нравится Турция, если не успел где-то пообедать там сейчас, тоже целый день работал. Доехал в любую кафешку, любую закусочную, взял дюрюм с собой, там такой лаваш есть, котлеты, есть мясо, то есть дюрюм донер с мясом, а дюрюм кебаб это там котлета, то есть не такой кебаб идет внутрь. И все, я перекусил, очень вкусно. А, ну и по цене, такая колбаса большая, то есть это на две части поделено. Не могу показать, где-то 23 лиры, ну, 100 с копейками рублей. Это, ну, по граммам у них идет, там, 100-150 грамм я обычно беру. Вот такие две колбасы. Ну, колбасы я так называю. И перчик еще всегда дают. Очень вкусный, кстати. Походные условия пропитания. Вчера забыл Кольке шлем одеть, сегодня шлема. Заехали опять в пекарню набирать вкусняшек. Вчера мне очень понравилось вот это вот с сыром. Это вот в Турции как дают на завтрак. Пироги с сыром, которые я говорю, вот так мне очень вкусно. Я что-то обнаружил пельмешки. Есть с говядиной, есть с картошкой. Возьму, наверное, попробую, посмотрим, вдруг как это, как российский будет.
говядина и вареники с картошкой возьми. Попробую. Сегодня возьму еще хлебушек свежий, его два синита тоже свежих. Пеку. И яйца тут. 30 яиц, 33,90 на 5,5 нажаем. Что-то там в районе 150-160-170 рублей получается. Набрали сколько и вкусняшек, и пельмешек, и сырный пирог, и шарики там всякие сладкие. Значит, все, что есть в Турции, на шведском столе, все это бесплатно. Здесь покупаешь, все равно цены не очень высокие. Зайка не выдержала прям на улице, говорит, давай эклер мне, вкусно, Поль. Все собой. Руки отираем. Вкусно, зайка. Да, по выражению видно, что очень вкусно. Чили с Полькой. Шок. Бери, кладите в корзину такие штучки. Берем йогурты питьевые. 4 лиры. 20 с чем-то рублей. Такой 7 лир. Ну, на 5,6, на 5,5 нажайте. Очень нравится у них тот перец красный. 14 лир стоит. Где-то там 70-80 рублей. Ромеро он у нас называется. Очень полезный. В нем больше витамин, чем в лимоне даже. Цена вообще огонь просто. Яблоки, смотрите. 6 лир. 30-40 рублей. Вот еще по 7 лир. Это понятно, почему здесь такие цены, все же здесь выращивается. И очень вкусное все. Нету, знаете, смотрите, яблоко берешь. Нет обработки вот этой воском. То есть яблоко. Ой, так баловаться нельзя, надо пакетик складывать и все. Надо только орехоколку купить, где. Смотрите, авокадо. 7 лир тоже, 35-40 рублей. Сейчас у меня ночная прогулочка, вечерняя, скажем так. По окрестностям, по местным. Музычка в ухе играет, наушничек. И катаюсь. Смотрите, как тут круто. В асфальт встроены такие светяшки, отражатели. Они еще моргают. У них встроен фотоэлемент. Заряжается от солнца, от света. Потом ночью моргает. Что-то так не думая, не гадая, доехал до набережной. Блин, правда, без шлемака по дорогам нельзя. Чего себе, здесь моргалка. Сзади у меня там моргалка стоит. Стараюсь аккуратно. Здесь на набережной уже классно. Здесь велодорожки такие. Там уже море. Правда, темно уже. Порто-Белло. Светится. Ох, как там красиво. Не знаю, видно вам, нет? Море, волны. Кайф. Так, а здесь уже фонарики светят. Очень красиво. Куча самокатов стоит. Раз снимаю на Соньку, потому что на Осмо, на велике не очень удобно снимать. Плюс микрофон, все дела. Вот так вот. Расправил крылья и вдоль моря. Ух ты, смотрите, здесь волны прям набережные так подгребают. О, классно. О, заряд вам от пик эмоций ночные. Классно, здесь прям на набережной так бушует. Волны не сильные, просто такие длинные раскатываются отсюда. Блин, такой кайф, вот так вечером выехать на велике и кататься вдоль моря. Вообще, я что-то даже раньше о таком и не мечтал, если честно. Едешь, катишь, все светишь, это все зима. И вообще не холодно, на самом деле, вчера было солнечно, даже прохладнее. Сегодня меньше солнца, но теплее. Ждайте весну, лето, это классно. Главное, пальму не печатать. Вечером все спортивные площадки работают, смотрите, лавочки, баскетбол, стритбол, пальмочки здесь подсвечиваются. Слушай, ну очень здорово, вообще приедешь, удовольствие. Перед сном так вечерком прокатиться. Кафешка, The Beaver, Тарас нам показал. Тарас тоже молодой блогер, я скажу, с ним познакомлю обязательно. Тут на лыжах на горных катаюсь, тут курорт приехал, горнолыжные. Тоже хочу взять, съездить и вам все покажу обязательно. Ну, можно так вдоль моря кататься, вот, можно по дорожке. Вообще положено по дорожке, но я так тихонько, спокойно, хотя возле моря. Кто-то вон бегает. Ничего себе, как быстро бегает. Я еду так прилично. Но на самом деле велик более полезный, чем бег. То есть при беге там позвонок травмируется, колени и так далее. Кто бежит, бежит, ну как бы. Пипец, она дает жару на самом деле быстро. Бежит 100 метров. Ой, вообще класс. Хочешь самокат вот так вот арендовал? Повсюду стоят, везде бросают. Ой, ну в общем, кайф. Классные эмоции. Я даже не думал, что так еще на велик кататься. Сейчас уже еду домой, потому что еще сын велик купил. Сейчас человек приедет, тормоза прокачивает гидравлически.
Ребятушки, всем огромный привет, турецкий, солнечный. Сейчас Кемер приехали, это у нас райончик Бельдиби. Здесь у нас Rixos Sungate, отель неподалеку. Так, мы заскочили сюда, мне здесь нужно распечатать документы кое-какие. У меня работа тоже на удаленке, но иногда кое-что надо распечатать, я пока принтер себе не купил. Вот, мы приехали из нашей квартиры, если кто не знает. Вот. В Анталии мы купили. Показывал в предыдущих видео, может, в этом еще что-то будет, буду рассказывать вам все, показывать, как мы обживаемся. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите, следите, как что происходит. Ну, поддерживайте видео лайками, комментариями вашими, вопросы пишите, лично на все отвечаю. Вот. Но если кому интересно покупка квартиры в Анталии, в Алане, ну или вообще везде здесь, в Турции, то пишите мне в Инстаграм, я вам посоветую там что как, расскажу, и какие райончики, что лучше, вот уже много чего знаю. Вот, ну и поделюсь с вами контактными людьми, которые помогут вам оформить квартиру, потому что многие квартиры надо проверять. Вот, не все дома имеют определенные документы, в общем, все надо проверять. Смотрите, здесь же у нас магазин сувениров, сладостей. Много здесь всего, и кальяны можно для друзей прикупить, какие-нибудь сувенирчики, сладости турецкие. Тут очень вкусные колбасы такие. Сладкие. Я их называю сладкая колбаса. Потому что колбасой они прям все натуральные, свежим. Чай вот этот рассыпной можно купить. Если есть такой чай, прям, знаете, пробивает. Прям заваришь чуть-чуть. Ну, если сюда прийти, вас угостят бесплатно. Можно напробоваться. Ну, можно прикупить себе что-нибудь. В общем, все есть. Кто что не захватил. От загара, крема, все-все-все. Вот, естественно, здесь цены подешевле будут, чем в отеле. Поэтому выходите сюда и закупайтесь. Я иногда в видео говорю, что там, допустим, какой-то отель сюда приезжаем. Бельдиби, говорю, что мы в Кемере, а некоторые правильно пишут, что это Бельдиби. Но Бельдиби, да, он относится к Кемеру больше, нежели к Анталии. А так он как бы находится между Кемером и Анталией, получается, по дороге. Здесь же у нас есть небольшой живой уголок, микро, с птичками. Смотрите, там голуби тусуются. Так, ну все, мы наши все дела сделали. Отправляемся с вами дальше путешествовать по Турции. Здесь же есть, смотрите, банкоматы, Денисбанк, Тиньков. А, нет, Тиньков, Денисбанк и Зиратбанк. Вот я с Тинькова снимаю в Зиратбанке, и у меня комиссию не берут. Там, по-моему, если больше 300 лир снимаешь, точно не берут. А иногда приходит вот какое-то уведомление, что 90 рублей списали, иногда могут больше списать, когда большую сумму снимали, мы здесь снимали большие суммы. Ну, в Зирате вот меньше, в Денисе там точно 90 рублей берут. В общем, тоже все от суммы зависит, от вашей карты. Можно брать обычные карты, любые. Главное, чтобы визы были, по-моему, вот Мир, не помню, раньше они здесь не работали, никогда не пробовал, может быть, сейчас уже работают. Вот, а так, что главное, рублевая карта, прям с рублевого счета можно списывать, и оно все конвертируется и переводится. Очень нравятся мне дороги в Турции, здесь вот ездишь по этим магистралям, все-таки ровные, прям вообще идеально. Ну, конечно, здесь нет заморозков, и процесса заморозки, отморозки не происходит, поэтому дороги всегда ровно, их надо мало ремонтировать. Но все равно классно, что их поддержат в таком хорошем состоянии. Ездить одно удовольствие. Так, вы смотрите, чтобы в Турции передвигаться, вам нужно иметь просто российские права. Ничего больше не надо. Ну, естественно, если вы арендуете машину, там страховка входит, не входит. Вот, если покупаете, то делать страховку. А так просто взяли права и все, соблюдайте правила. А, я зацепился за колючки. Вот значок дур. Это значит стоп, значит восстанавливайтесь, пропускаете всех, кто там едет. А так, знаете, комфортно, все, ездишь спокойно. Прям вообще нормально. Все по России ездить, здесь пройти то же самое, только здесь пешеходов надо не пропускать. То есть здесь так устроено. Вот. Ну, по возможности, конечно, пропускайте. Главное, чтобы в попу не въехали. Вот, если быстро едете, уже не останавливайтесь. И скоростной режим до 10 км максимум. Если написано 50, значит 60, не более, но лучше даже на 8-9 км вот так вот превышать. То есть если 60, вы едете 68-69. Ну, в принципе, можно и 70. Потому что если здесь придет штраф, штраф здесь $50 приходит. Представляете? Так что аккуратнее. Не торопитесь, самое главное. Так, мы сейчас приехали в Анталию. У нас здесь есть такая вот кафешка. Диафет Донор. Вот что-то типа такого. Прям на карте забивайте, если вы где-то здесь будете. Ставьте точку и приезжайте. Или такси там прям говорите. Диафет Донор.
ну или точку на карте показывайте. Здесь самый классный дурум. В общем, разные варианты есть, но я много где перепробовал здесь дурумы по нашему шаурмишка. Вот здесь самое вкусное, реально, вот сколько мест перепробовал, вот пока что здесь самое вкусное наше. А, вот, кстати, для ориентира, Доминос пицца, прямо рядышком. Вот сюда, вот если что, ставьте точку прямо здесь рядом. Ну, кстати, пиццу тоже можно и заказать, и прикупить. Но я еще там ни разу не был. Такая здесь обстановка внутри. Очень уютненько, нормально. Так, здесь прибор индивидуальной упаковочки, накрыто. Вот зайфет еще раз. И вот так отодвигаете, опа. Здесь у вас будет меню. Если что, ставьте на паузу и все разглядываете. И на 5-6 умножаете, такой курс сейчас на данный момент. Это у нас сейчас февраль месяц. Заказывайте дурум себе, ну кебаб что-нибудь заказывайте, всегда вот приносят перец и соленые огурцы. Очень вкусно здесь соленые огурцы и перчики. Я тоже начал потихоньку есть, он острый. Ну так, я 1-2 перчика съедаю за обед. Но здесь не только шаурма есть, еще много всего. Вот, и смотрите, если вы дурум заказываете донор, там будет нарезанное мясо. Вот, а если дурум кебаб, то вам только котлету от кебаба положат, он там вот этот. Донор, вот так вот его там готовить, сейчас я вам приближу. Ну, то есть, как шаурма у нас, вот видите, так срезают. Это называется донор. Так, вот привезли нам наш дырюм, шаурма, простонародье. Вот так, две колбасы на две части режут, одну. И смотрите, вот мы заказываем по 150 грамм. 150 грамм, это значит мясо, это везде так в Турции, то есть 150 грамм, это именно мясо сюда вам кладут. Стоит, смотрите, 45 лир, умножаем на 5,6. Получается всего 252 рубля. Ну и плюс айранчик, вот мы всегда с айраном пьем. Едим с айраном на обед. Со всем приятного аппетита. Что мы потрапезничали, смотрите, на двоих с айраном. 103 лиры, это у нас 632 рубля. Получается по курсу 6,1 банк переводит сейчас. Хотя курс 5,7. Ну какие-то внутренние транзакции. Но разные банки, опять же, по-разному почему конвертируют. Вот, если воду вы не пьете, ее вам счет не включают. Все, так вот вкусно все. Так, там в комментариях писали, спросили цены на заправку. Показать, вот смотрите, 14.50, 14.27, 14.47. Ну, у них, то есть, практически в одну цену бензин, 95-й, вот, 14.27. То есть, если умножить на 5.7, это у нас 81 рубль. Это что-то прям до хрена на самом деле. Да? Подняли цены, потому что недавно был в районе 50, примерно как у нас в России. Учить, какие цены у вас у кого в регионах на заправку. Ну или переводите по текущему курсу, смотря когда это видео будет, когда вы его будете смотреть. Вот. Прям в Яндексе забивайте курс рубль-лира, и вам покажет цену. И просто перемножайте, и все. А в заправке есть такие же, как у нас, вот даже BP есть. И здесь в чем плюс еще, смотрите, так вышло, можешь прям сразу оплатить. Видите, стоит человек с кучей терминала. Можно здесь оплатить, можно пойти туда на кассу оплатить. И в туалет сходить. Машину здесь же можно помыть. Ну и внутри тоже, как у нас, мини-магазинчики такие. Все, что хочешь, можно прикупить себе. Ну тут даже не мини, тут такой большой магазинчик. Время проходит очень быстро. Уже забрал Польку из садика. Что ты там себе нарисовал? Это что, автобус? Да. Сколько? А? Сколько? Один. Это вы изучали, да, циферки? Да. Классно, что их здесь прям учат всему. А у нас в саду, в России... Сказали, что ничему не учат, потому что сейчас даже договор числится как присмотр с детьми. То есть ничему не учат. А здесь, о, ничего себе, у вас тут прям это, таблицы какие-то. Класс, молодец. Зай, нравится тебе в садике? Да. Да, в садике хорошо, да? Да. Летом бассейн будет, горки, да? Да. Красота. А вот и сынок мой, купили ему тоже велик. За ним собаки побежали, один раз тяпнули, испугался сынок. Как тебе велосипед, сынок? Прикольно. Взял ему 26 дюймов. Так достает. А слеганца немножко поменьше надо, ну, иначе уже через год ему будет мало, поэтому такой взяли сразу. А у нас тут дома гости. Значит, приходим домой. А тут кошка бегает. Кто-то дверь открывал, и она забежала. Сейчас мы ее... Сейчас пришла, под дверью скурит, пищит. Две пустили. Пару слов для нашей газеты. Развалилась. Здесь жить будет. Смотри, кстати, у меня живот подстрижен. Видимо, это стерилизованное.